О происшествиях. 7 раз пожарные выезжали на вызовы за прошедшую неделю. Один из крупных произошел в доме 37 по улице Веры Волошиной. На 13 этаже загорелась квартира. 2 комнаты, кухня и санузел выгорели полностью. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил техники безопасности. Первые прибывшие подразделения пожарной охраны обнаружили, что из окон квартиры многоквартирного дома на 13 этаже выходит густой черный дым. Лестничная клетка, начиная с 13 этажа и выше, полностью в дыму. Личный состав приступил к спасению и эвакуации жильцов дома, а также к тушению пожара, обнаруженного в квартире номер 142. Администрация находится на связи с родственниками хозяев квартиры, в которой произошел пожар, и их соседями. Расселение жителям не требуется. В случае обращения будет оказана необходимая помощь и размещение.